В округе продолжают ремонтировать автомобильные дороги. По обращениям жителей новый асфальт укладывают и на подъездах к СНТ. Ход дорожных работ проинспектировал глава округа. Протяженность подъездной дороги к садовым некоммерческим товариществам «Березка» и «Долина» – почти 1,5 километра. Ежедневно ею пользуются более 500 жителей Краскова. Ямы на проезжей части латали, а вот капитально не ремонтировали давно. На протяжении, наверное, последних лет ко мне были постоянные обращения по ремонту этой дороги. А подъездок СНТ, в силу того, что не всегда хватает денег, как-то всегда оставляли, как говорят, на потом. В этом году такое решение принято. Новое асфальтовое покрытие в этом году получит еще несколько садовых товариществ. Ремонты и работы начинают с наиболее населенных СНТ. У нас 124 участка, ну где-то 300 человек у нас живет. Да, и, ну, естественно, с детьми все постоянно ездят. Вот теперь нам бы еще освещение. Но это уже будем дальше разговаривать с администрацией, границы есть, дороги теперь куда есть ставить освещение. В округе планируют отремонтировать 28 автомобильных дорог, 10 подъездов к СНТ и 6 тротуаров. Работы завершат к сентябрю. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.